Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 966. В какой точке прямая 7у минус 3х равно 21 пересекает первая ось х, вторую ось у? Мы знаем свойства оси х. У всех точек оси х вторая координата у равна нулю. Поэтому, чтобы найти точку, в которой график пересекает ось абсцисс, нам вместо y нужно подставить 0 и найти значение x. И тогда это будет 7 умножить на 0 минус 3x равно 21. И тогда минус 3x равно 21. Умножим обе части. Равенство на число обратное коэффициенту перед x – это на минус 1 третью. Или, что то же самое, разделим обе части уравнения на минус 3. И тогда x равно минус 7. Итак, точка пересечения графика уравнения с осью x имеет координаты. На первом месте мы всегда ставим значение переменной x – это минус 7, а вторая координата – 0. Найдем координаты точки пересечения графика уравнения с осью y. Мы знаем свойства всех точек, которые расположены на оси ординат. У них x равен нулю, первая координата – 0. Поэтому подставим в уравнение вместо x значение 0. Получим 7y минус 3 умножить на 0 равно 21. Поскольку есть один из множителей равен нулю, то произведение равно нулю, то 7у равно 21, потому что минус 3 умножить на 0 – это 0. Умножим обе части равенства на 1 седьмую, или что то же самое, разделим на 7, и тогда у равно 3. Итак, точка пересечения графика данного уравнения с осью ординат имеет координаты 0, 3. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.